главный тренер команды ДГТУ Горобченко Денис. Скажите, что, по вашему мнению, повлияло на сегодняшнее поражение? Ну, команда соперника смогла навязать силовую жесткую борьбу, как бы, а мы к ней готовы не были. Поэтому вот и оттуда и результат. По итогам трех дней, кого вы считаете наисильнейшим противником? Ну, все равно могу сказать, что больше всего понравился Санкт-Петербург. То есть они показывают наиболее конструктивную и интересную игру. А кого вы считаете из команды самым сильным игроком? Ну, честно, так никого не могу прямо выделить, поэтому.